Сегодня мы съездили, приехали в город Мцхету. Вот, он недалеко находится от города Тбилиси. Это наша первая вылазка. Так получилось, что мы планировали другой день, но находились рядом от автовокзала. И параллельно решили... Какое-то второе место называется? Джвари. Джвари, да. Но Джвари находится, в принципе, недалеко. Оно видно. Отсюда сейчас не видно, здесь кусты. Но так оно видно на горе. А маршрут по дороге очень длинный. И мы решили просто прогуляться и по пути, по карте, на айпаде увидели, что здесь происходят раскопки. Соответственно, вот мы вышли на это замечательное место. Услышав некий шорох, я увидел то, чего никогда в жизни в дикой природе не видел. С ними вот у нас. Мы нашли живую черепаху. Вот она, правда, черепаха. Смотрите, какая большая, главное. Вот нас смотрит она. С клювом. Главное, ей пальцы в рот не совать. Мы можем с ней поделиться, кстати, кусочком персика, как ты думаешь? Да, и посмотрите, как она будет хавать. Да. Хавать. Извините, пожалуйста, есть. Я совсем же. Положим. У нас есть. У нас есть куча всего, у нас есть даже. От бабушки. Сейчас мы пробуем дать ей кусочек персика. А если я потрогаю за лапку, что она сделает? Потрогай, ничего не будет. Я думаю, твоего надкушенного персика дадим, ладно? Да, пожалуйста. Сейчас я ножик у нас колупаю, там кусочек, чтобы не запачкаться. Очень быстро заканчиваются запасы воды. Мы пьем как не да, в себя. Бутылки хватает, дай бог, на час. Поэтому мы ложками кушаем здоровье. Дайте, если... Будет она его кушать, не будет. Ну-ка, черепаха, ты будешь его кушать? Ну-ка, ну-ка. Давай, попробуй. Наверное, во время опасности она есть не будет. Надо как-то спрятаться и отойти, ну, и отойти. Ну ладно, сейчас мы просто потом этот кусочек отдадим. А сейчас просто хочется посмотреть на настоящую живую черепаху, найденную, да? Как мы ее назовем? Смотрите, какая. Очень приятно на ощупь такой костяной панцирь. Угу. Вот казалось бы, да, черепаха, но все равно, вот когда она там лежала, брать ее тоже в руки... Было немножко страшновато, потому что мы никогда до этого в жизни этого такого не делали. Ну, в том плане, что в природе. Может, я туда вытряхну? Подуй ей в попу. Ну, да, надо соломинку вставить. Классная такая. Ну что это? Она совсем прячется. Все, вот так вот она все забаррикадировалась. Ой, лапками уже закрылась. Все, ты ее совсем запугал. Шторки я потрогал. Ну, пускай бедное животное. Да, мы все равно будем возвращаться, потом посмотрим. Съела она или не съела? Да, съела и куда она девалась. Мы сюда, пожалуй, положим. Она упирается в меня. Такая мощная прям. Старенькая и наверняка лет 100. Ой, ой, смотри, какие у нее глазоньки. Хочешь? Не будет она есть, когда ее думают, что она сейчас умрет. Ты бы тоже... Ну положи, положи, не мучай, ну что ты? Ну прекрати ты ей едой лицо мазать. Не, ну он вылазит потихонечку. Вылазит, вылазит. Хорошенькая. Угу. Пишет, да? Да. Хорошенькая, из камеру брата. Все.